На Тайване разбился пассажирский самолет, погибли почти 50 человек. По уточненным данным, в результате крушения двухмоторного турбовинтового пассажирского самолета от АТ-72 тайванской авиакомпании TransAsia Airways погибли минимум 47 человек, 11 получили ранения. На борту находились 58 человек, в том числе минимум 4 ребенка и 4 члена экипажа. Ранее сообщалось, что самолет совершил аварийную посадку из-за плохих погодных условий в населенном районе уезда Пинху. АТ-72 выполнял внутренний рейс GE-222 из города Гаосюн, Магун. Есть сведения, что командир воздушного судна не сумел совершить посадку с первой попытки и пошел на второй круг. После этого диспетчеры потеряли связь с бортом. Зарум Сайфмбет Мамедов, Азертач.